Всем привет! В этом ролике я хотел бы сделать обзор антикоррозийных составов HB Body. В нашей линейке они представлены в очень широком ассортименте и очень часто приходится отвечать на вопросы, чем же один отличается от другого. Начнем с того, что компания HB Body первой своей продукции стала выпускать антикоррозийные составы на битумно-каучуковой основе. Поэтому в этой области наработан огромный 30-летний опыт производства. В данный момент компания HB Body имеет свой битумно-каучуковый завод, что позволяет изготавливать собственные компоненты для производства антикоров. Компания выпускает продукцию наивысшего качества, при этом устанавливает на нее разумные цены. Итак, что же это за продукция? Для удобства я разделил все антикоры на три группы. Антикоррозийные составы для обработки нижних частей автомобиля, таких как днище, арки колес, рамы. Окрашиваемые антигравии. Антикоры для обработки скрытых полостей автомобиля. Body 910 – самый плотный после высыхания, так как содержит больше каучука, чем другие. За счет этого его можно окрашивать. Но при этом Body 910 содержит наименьшее количество летучих веществ, поэтому запах после его применения выветривается очень быстро. Как следствие, его можно применять для обработки внутренних частей автомобиля, в том числе и внутри салона. Материал серого цета производится в таре 1, 5 и 20 кг, может наноситься как из пистолета, так и кистью, сохнет от 2 до 6 часов. Body 930 – самый популярный среди наших клиентов шумопоглощающий антикоррозийный состав на битумно-каучуковой основе. Он остается постоянно эластичным в широком диапазоне температур и за счет этого прекрасно гасит вибрации и дорожный шум. Имеет после высыхания твердость холодного пластилина. Состав черного цвета выпускается в таре 1 кг, 2,5 кг, 5, 20 кг. А также вот в таком вот евробаллоне 1 литр. Для нанесения из пистолета наносится только на очищенные поверхности. Body 932. Это битумно-каучуковый восковый состав. Он самый эластичный после высыхания. Если 930 после высыхания имеет твердость холодного пластилина, то 932 имеет твердость такого теплого пластилина, как будто размятого в руках. И за счет этого он способен к саморегенерации. Повреждения на поверхности Body 932, например, от попавших камней, могут затягиваться самостоятельно. Черного цвета выпускается в таре 4 литра и 20 кг. В отличие от всех остальных антикоррозийных составов, может наноситься на днище, не очищенное от ранее нанесенных мастей. Body 933 на основе воска, синтетических смол и битума разработан как наиболее эффективная защита от воздействия щелочей и дорожных солевых реагентов. Сохнет всего 1 час при обычной температуре, поэтому очень популярен у автосалонов на предпродажной подготовке новых автомобилей. Расход небольшой, работать им быстро и удобно. Body Heat – это особый шумопоглощающий антикоррозийный состав на водной основе. Он абсолютно не токсичен, может наноситься внутри багажника и салона автомобиля и не требует специально отведенного участка для его нанесения. Кстати, Body Heat имеет самый большой удельный вес по сравнению с другими антикорами, поэтому облако, образующееся во время его нанесения, не разлетается далеко по цеху. Body Heat экологически и пожаробезопасен. Очистить руки и оборудование после его нанесения можно обычной водой. При этом после высыхания он может быть окрашен любым типом эмали. Сохнет от 2 до 6 часов при обычной температуре или 30 минут при температуре 60 градусов. Body Heat, как и Body 933, выпускаются только черного цвета и только в таре 1 литр под евробаллон. Итак, коротко. Body 910 – самый твердый после высыхания может быть окрашен. Body 932 – антикор, который мы можем наносить на ранее нанесенные мастики. Body 930 – самый популярный антикор, который обладает прекрасным шумопоглощающим, шумоизолирующим действием. Body 933 – надежная защита против щелочей и дорожных реагентов. Body Heat 100 – это антикор на водной основе, экологически пожаробезопасный. Переходим к антигравиям. В нашей линейке они представлены
продуктами Body 950 и Body 951. Body 950 – это окрашиваемый антигравий на каучуковой основе, который выпускается компанией уже длительное время. Он прекрасно себя зарекомендовал, но технологии не стоят на месте, и был выпущен антигравий следующего поколения Body 951. Он содержит в своем составе больше каучука и обладает закрытой верхней пленкой, которая устойчива к воздействию щелочей и дорожных солевых реагентов. Body 951 успешно прошел тест 1000 часов в солевом тумане, о чем имеется официальное заключение. Продукт демонстрирует эластичность на запредельном уровне. По сути, после усыхания он представляет из себя плотную резину. И поэтому он также прекрасно работает как шумопоглотитель. Он гасит гул и вибрацию металла. Body 951 окрашивается любым типом эмали. Сохнет продукт в 1,5-2 раза быстрее, чем аналоги. Выпускается в евробаллоне 1 литр и аэрозоли. Как уверенно утверждают сами производители, что по совокупности характеристик, собранных в одном продукте, Body 951 – это лучший в мире антигравий на каучуковой основе. Body 951, как и Body 950, выпускаются в трех вариантах цветов – это черный, серый и белый. И, наконец, о составах для защиты внутренних полостей. Body Cavity Воск – это специальный антикоррозийный состав на основе воска. Он защищает от коррозии в порогах, лонжеронах, внутренних частях дверей, гнездах фар и других скрытых полостях. Прекрасно проникает во все труднодоступные места, вытесняя влагу и создавая долговременное защитное покрытие. Несмотря на невысокую вязкость, содержит 56% сухого остатка. Обладает хорошей термостойкостью и сохраняет высокую эластичность даже при воздействии низких температур. Наносится из краскопульта для антикоррозийных составов со специальной насадкой. Не причиняет вреда, попадая на отвержденное лакокрасочное покрытие, резиновые уплотнители и пластик. Выпускается в евробаллоне 1 литр и аэрозольной форме. Надеюсь, что вот эта информация поможет вам лучше ориентироваться при выборе антикоррозийных составов из нашей линейки. А завод, постоянно совершенствуясь, разрабатывает продукты, которые помогают работать вам быстрее, качественнее и зарабатывать больше. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Всем пока!